давно не ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно за свои покупки в интернете. letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгодой. Итак, всем привет, ребятки. И сегодня у нас Blue Maya Max продается по бросовой цене всего лишь за $140. Ссылочка на товар в описании. Китайская компания Blue в настоящее время не сильно выделяется среди своих одноклассников, однако амбиции не дают фирме спать спокойно. Герой сегодняшнего обзора направлен на самый бюджетный сегмент, но в плане технических характеристик как минимум в 1.5-2 раза превосходит конкурентов. Но только железом хороша новинка. Конечно, нет, дизайн аппарата не вызывает нареканий. Стилизированный под металл корпус со сканером отпечатка пальцев, небольшая его толщина и рамки дисплея. Такого красавца легко спутать и с более дорогим представителем рынка смартфонов. 6-дюймовый экран с разрешением 1280 на 720 пикселей, хоть и не сравнится с флагманским IPS-панелями, но способен обеспечить высокий уровень яркости и контрастности, имеет олеофобное покрытие, покрыт великолепным защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4. Процессор MediaTek T6750 характеризуется не только необходимой для функциональности интерфейса Android Mesh File мощностью, но и низким энергопотреблением и поддержкой от ОТЖ, FDD LTE, 3 ГБ ОЗУ и видеоадаптер Mali T860 сделают работу игровых приложений плавной, с отсутствием лагов. 32 ГБ внутренней памяти вкупе со слотом microSD хватит для десятков кинокартин и тысяч аудиокомпозиций. Основной интерес возникает от 13,8-мегапиксельных модулей камер Sony IMX214, славятся четким насыщенными снимками. Фронтальный сенсор также обещает отменно выполнять свои обязанности. Аккумулятор встречает нас впечатляющей емкостью в 4200 мАч. Функции быстрой зарядки. До 7-9 часов экранного времени гаджет свободно дотягивает. Таким образом, девайс с легкостью может стать хитом даже за пределами родного Китая. Купить Blue Maya Max можно на торговой площадке AliExpress, а используя фразу с нашего сайта,